Теперь мы будем замыкать вязание в круг. Нужно проверить, чтобы вот такая косичка была наружу. Если где-то перекручено, все поправляем, чтобы вязание не было перекошено, то придется распускать. Еще раз проверяем, что косичка у нас смотрит наверх. Все верно. Теперь замыкаем вязание в круг. Делаем это следующим образом. Вот эту вот ниточку, кончик в сторону. Подцепляем петельку последнюю, перекидываем ее на левую спицу и делаем вот этот хвостик, придерживаем и делаем следующим образом. Достаем через последнюю петельку первую и затягиваем. Таким образом мы сомкнули вязание в круг. Возвращаем ее на левую спицу, здесь подтягиваем и начинаем вязать. Вязать резинку.